Кировской области культурного зависимого дна. Прошу изменить избранное Ленинским районным судом 18 июля 2014 года мер пресечения в виде заключения под стражу на подписку на границе до вступления в его закончить. Судом выясняется возможность рассмотрения апелляционного представления без проверки. То, что происходит здесь, это еще одно доказательство абсолютной мотивированности процесса. И говоря о том, что я, конечно, поддерживаю ходатайство прокуратуры, я хотел бы выразить благодарность всем тем людям, которые во всех городах страны вышли против неправосудного решения и сделали так, что сегодня случается это судебное заседание. Спасибо. Задержание Навального в течение агитационного периода в местах лишения свободы стоит его неравное положение с другими, что Навальный 17 июля 2014 года решение Московской городской избирательной комиссии ранее избранного Навального и офицеров меры пресечения или подписки о невиданном надлежащем поведении сохранить. Освободить Навального и офицеров из-под стражи в зале суда немедленно. Пришли, сказали, снова в суд. И вообще это было странно. Я не какой-то там, понимаете, им ручной котенок или щенок, которого они сначала выкинули с выборов, не будешь участвовать. Потом сказали, нет, давайте мы его на месяцок будем, пусть он будет участвовать в выборах. Я сейчас вернусь в Москву, мы обсудим все с нашим штабом. Я уже говорил много раз. Вне зависимости от того, что будет это реальный срок или условный, избирательная кампания будет продолжаться, поскольку это наше общение с избирателями, а не с комиссиями. В какой форме? В форме бойкота, в форме продолжения выборов. Я приму участие, как только приеду домой. Это прецедентное решение в нашей стране, на самом деле. Аналогичных ситуаций, насколько мне известно, было одна или две в других регионах. И по сути, людей не выпускают из-под стражи, когда по приговору суда для исполнения его их заключают под стражу. Навальный свободен, это главное. С остальным разберемся.